Всем привет, это снова Джей и обиженная Понка. А обижена она, потому что в прошлом видео... Потому что смотрите прошлое видео. Да, потому что смотрите прошлое видео. А, я хотел поиграть пристом, но нет. Будем пробовать дальше по ладосу. Ну, жирном в следующий раз. Ну, нет, он... Надо еще раз по ладосам попробовать, чтобы он меня не зашел, и я сказал, все, отстой какой-то, и не буду им играть. Вообще надо создать это. У меня любимая колода это Нзот. Нзот колодой. Надо просто перейти в вольный и создавать себе кучу колод на предсмертных хрипах. А я не люблю. Мой клинок пылает священным огнем. Мы тут не одни вообще-то. Да мне напоминает периодически. Так, кляпнешь? Ничего страшного. Я думаю, все переживут. Все? Да, я-то нет. Баку. Ну-ка, скажи, все умрут? Все умрут. Нет, в прошлый раз как-то лучше было. Против нас Дольчевик 7. Дольвик. Дольвик 7. Конечно же, Тирион. Не Тирион упал, вот с этого парня. О, прикольно. Угу. Я тоже так считаю. Ну, чем ответит нам команда Пепси? Я там уже карт. Надо подумать. Можешь пропускать ходы. Прям вот. Прям вот это как-то это. Немножко напрягает. Жду приказаний. Я со своим один на один ничего не сделаю. Хочешь поиграть с огнем? Все, пока. Опять масс диспел, что ли, блин? Ты-то ранен? Я уже 3000 лет не видел масс диспел. Вот полезная штука, между прочим. То, что ты не видел, это еще не значит. Жду приказаний. Я знаю, что она полезна. Просто до этого она у меня как-то особо не пригождалась. Но мы будем... Давай, освещение. Жажду освещения. Назойливые пука. Дракон тоже неплох. Значит, у меня на руке еще один дракон. Трепещи перед мощью Штормграда! Покайся! Слово тьмы смерть. А, или сослось.
пола тьмы. Вот пока ты не спросил, да, я вот, не сомневалась. Знаешь, вот пока я не начал говорить, я тоже не сомневался. Пусть боль говорит за меня. Что приказать? Что приказать? Я этим займусь. Совсем серьезно? Да. Начала спрашивать про работу. Не, ну, рано, скажи маме. Мама, что? Я еще не доучилась. Так я же на заучку перевожу. Что мне мешает? С Калининграда? Какая разница? Какая разница вообще, где ты? Хоть в Америке сиди и учись. Раз в полгода приезжай. Сдавай зачет и все. А, ну ты да. Там приезжаешь типа на пару недель, на максимум на месяц, на время сессии. Все равно я сюда буду приезжать все мои. Я как бы пока не собираюсь. Действительно, пока не собираюсь. Я как бы и сам туда пока не собираюсь. Тебя никто не зовет. Ты такой интересный. Каныч. Кому ты там пришел? Тебе. Вообще мы отвлеклись, видишь? Мы бьем жруна. Он все. Надо решать быстрее. В отчаянии. Ну, ему уже мало что. Ментальный крик. Который у него нет. Да это было. Знаешь, как на последних секундах, ты знаешь, если бы у меня была такая ситуация, мне кажется, я бы этот ментальный крик в первую же очередь просто кинул. Что еще кидать? Ментальный крик. Трепещи перед мощью! Мне кажется, он дракона бафнул, и ему пришел в руку как раз таки ментальный крик. Я просто не успел заметить. Ну, зато как мощно было. Ментальный крик, ментальный крик. Да, но его у него нет, но его у него нет. Да. Баф ментальный крик. А теперь все. Хоп, ла-лей-ла. Сдавайся. Сдавайся. Я тебя не боюсь. Рыпается. И сейчас, короче, смотри, контроль разума на Тириона, и я такой сдаться. Чего? А-а. Здесь он меня сейчас за контроль Тириона, я ему уже ничего не сделаю. Нет, я имею в виду, что не кинет. Нет, сейчас контроль разума, кстати, в ходу. Я заметил, многие присты играют контролем разума. Я говорю. До этого им. Ну, у него его нет. До этого как бы контролем мало кто играл. Как его понерфили, он стал стоить 10 маны, а не 8. Майк. Вообще отфилил. Будь здоров. Перед мощью Штормграда! Что приказать? Испытывай меня, дитя! Ойо! 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 Получи, мерзкий хмырь. Получи, мерзкий хмырь. Дольчики. Так что вот так вот. Да ну ё-моё! Живучая скотина какая. Ладно, баху. Стойте! Варя кто-то.
больше ментальных криков у тебя нету. Нету, ага. Просто я не могу. Что творит, что творит. Что творит, да. А что такое? Давай попробуем. Это королевский краб? Ага. Это же пехотный закончил. А. Себастьян. Да, он самый. Ну. Все? Слился? Все закончилось? Ну, пожалуйста, все закончилось, давай. Свет меня предал. Конечно, теперь хилит у него, но теперь у него бесконечный. Что приказать? Гори. Что приказать? Ой! Что приказать? Так. Ну. Ну. О, смотри, он стал эмо на самом деле. Ага. Такой. Ай, на-на-на-на. Не слушаешь эмо-кор. Стреляю в упор. Я не слушаю. Я тоже не слушаю. Слушай. Где прошли те времена. Да? Где 2007? Великий 2007. Я в 2007 была в начальной школе во втором классе. Ого. Да. Да. Мы просто наблюдали за всем тем, что творится в мире. И делали рукой, руколицо. Да, да, именно так мы делали. Мы таким никогда не будем. И играли в этих, как они называются, попугаев, наверное. Мы летали. Попугаев? Мы играли в попугаев. Становится короче. Меня обливают мрачные мысли. Чем ответит нам команда Пепси? Ой, мне уже нравится. Не, ну нормально на самом деле. Я при этом тоже помню. Жил. Долго жил. Но он теперь хилиться не может. Да. Хилиться не может. Я все равно не могу. Вообще. Блин, у меня там пол колоды токенов они. Токен 1-1. Сейчас он выиграет. Мирский приз. Ага. Он убил у меня всех токенов. Так. Что приказание? Я буду сражаться. Хорошо. То, что токены всякие не будут падать мне. Сейчас Тирион придет. 24 карты. Ну да. Ё-моё. Ну на кой мне еще один молоток? Призываю двух палладов.
приказать? Мне срочно нужна бафлка рекрута. Понял. Сейчас кончусь. А я о чем? А я тебе о чем? Я говорю, чувак крутой. Чувак где? Ну все. Да ё-моё. А победа была всякая рядом. Ментальный крик. Ментальный крик. Не, прист это вообще, конечно. Прист это мой любимый. Потому что я не знаю. Против. Я очень часто, когда играю кем-нибудь против приста, я такая, ну все понятно. Типа, окей. В общем, паладос у меня как-то не заходит. Нет, это просто ты играл против приста. Нет, это просто паладос у меня не заходит. Я вот даже. Ну просто прист, в принципе. Я даже сделал вот так. Прист, между прочим, очень долгое время считался слабым классом. Его, конечно, вот бафнули. Бафнули. Вот. В общем, всем спасибо. Играйте за пристов, присты форева. Не валять, не кашлить. Надо а то присты сказать, вас надо будут лечить. Надо было сказать, не играйте за пристов, один я буду играть за приста. Да, точно, не играйте за пристов. Ты чё, дурак? Только я буду играть за приста. Ладно, всё, всем пока. Пока.